Всем привет! Привет! Вы на канале «Сестрицы в теле». Я Света. А меня зовут Кристина. И мы хотим вам сегодня представить новинки очень красивых новогодних нарядов и для пышных дам, и не только. А также будут в конце ролика новинки зимних пальто. И еще выйдет ролик на «Сестрицы в деле. Модная женская одежда». Ролик с распродажей. Переходите и на тот тоже канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующую классную, грандиозную распродажу новогоднюю. Дорогие друзья, и мы вновь привезли куртки светлые, внутри салатовой подкладкой. Смотрите, очень хороший замок. У нас многие девочки купили, занимаются сейчас спортом, скандинавской ходьбой ходят. Смотрите, размеры с 48 по 58, девочки, пока все размеры есть. Но мы привезли всего лишь один размерный ряд, потому что вот было вот так мало. Так что спешите купить, цена 3500 рублей. И сегодняшний показ зимних пальто открывает пальто зимнее, цвет хаки, размерный ряд 46 по 56. Хорошее длинное пальто по колено. Мы уже говорили много раз, что наша модель ростом 1,76 м. И вот у нее тоже все закрывает это пальто. Теплое, хорошие, глубокие карманы. На рукавах манжеты. Стоимость их всего, девочки, всего 3500 рублей. Это же модель, только в цвете красном. Также размерный ряд 46 по 56 включительно. Стоимость 3500 рублей. Та же модель, только в цвете классическом черном. Как всегда, смотрится просто восхитительно. Размерный ряд, повторяем, 46 по 56. Стоимость 3500 рублей. Ну и завершающая модель в этом показе. То же самое пальто, только в цвете бежевом. На нашей модели 50 размер. Стоимость его 3500 рублей. Размеры 46 по 56. Дорогие девочки, и у нас есть в продаже джеггинсы в сером цвете и в черном цвете. На Светлане в сером. У нее 31 размер на 48 объем. У них очень хорошая высокая посадка. Девочки, пишите, на данный момент не все размеры. Не было на складе прямо всех. Так что уточняйте. Стоимость их всего 1500 рублей. Они на флисике, утепленные. Светлана их не подгибает, потому что у нее высокий рост. Они вот ей вот такой длины. Очень хорошо смотрятся. Ей такая длина очень нравится. 1500 рублей. Что черные, что серые. Дорогие девочки, в этот раз мы привезли новинку. Брюки. Велюр. Очень теплый, внутри очень хороший тепленький начес. Внизу они на манжетах. У них есть карманы хорошие, глубокие. Они на резинке сверху. Тут завязочка. Девочки, потому что их осталось всего 3 штуки. Мы не успели их привезти, у нас все подруги разобрали. Они теплые, очень комфортные, очень мягкие. Их 3 штуки. 60, 58 и 56. А спинкой покажись. Видите, как стоит. У нас на постоянной основе имеются юбки. Спереди и сзади трикотаж. Сбоку вставки под кожу. Распыление такое. На поясе на резинке. Сзади вырез. Они очень удобные, комфортные из-за того, что резиночка на животе. Очень подходят девочки не только для праздника, но и для работы. Они очень стройнят. Стоимость их 1500 рублей. А также в продаже есть юбки, где распыление под кожу спереди, а сзади полностью трикотаж. Также вырез. На поясе они на резинке. На мне 58 размер. Девочки, они очень стройнят. На данный момент мы опять только привезли. У нас остались только маленькие размеры и 58.
стоимость их 1500 рублей. Я сейчас на экране напишу, какие размерчики есть. Девочки, тут же, сразу же, смотрите в комплекте, как красиво смотрится джемпер. Он тоже сделан с распылением под кожу. На рукавах у нас стразы. Сам рукавчик 3/4 и летучая мышь. Они очень стройнят, вот эти джемперочки, очень. Их тоже осталось всего 2 штуки, не успели привезти, все разобрали. Потому что праздник, девочки, все спешат вот так красиво нарядиться. Вы помните, мы их уже привозили, их сразу тоже разобрали, очень быстро. Стоимость 1800. Дорогие девочки, мы привезли новые бесподобные джемперочки. Смотрите, полоска, как она стройнит. Смотрите, воротничок какой красивый, стоечка. И также рукав. Ткань такая плотная, скользящая, хорошая очень. Рукав 7/8. И тоже летучая мышка. Девочки, подойдет они на любые полненькие ручки, любой полноты. Большая грудь. И посмотрите, как этот воротничок очень украшает. Такие кофточки стоят. Это новиночка, а не по 2000 рублей. Это же самая модель на размере 50. Смотрите, как она смотрится. Красиво и стильно. Стоимость 2000 рублей. Девочки, этот размер подойдет и на 52-й. Он немножечко большемерит. Дорогие друзья, а также мы привезли очень хорошие кофты плотного трикотажа с красивым рисунком. Посмотрите, тут какие украшения, фурнитура. Хороший длинный рукав. Тут никакие не 7/8, хороший длинный рукав. Эта кофта подойдет на повседневную жизнь и не только на праздник. Посмотрите, она удлиненная, это не даже туника. Она подойдет с любыми брюками, джинсами. Очень классно, стильно, модно смотрится. Их стоимость 2000 рублей. Они такие немножко стиль оверсайз. Видите, все прикрывает, все ненужное прикрывает, девочки. При том, что она такая темненькая, очень красивые вот эти вот рисунки украшают, молодят и худят. Следующая модель из таких красивых удлиненных туник. Туника тоже в черном цвете. Размеры также с 50, там 50 написано, так он 52. С 52 по 60. С очень красивыми рисунками, фурнитурой. Воротничок здесь, смотрите, высокий. Стоечка, как на водолазочке. Стоечка, водолазочка. Да. Спереди покороче, сзади подлиннее. Покажи спинкой. Длинный рукав. Девочки, все складочки прикрывают, скрадывают все салочки. Смотрите. Смотрите, как она мне стройнит. Просто вообще. Да, худышка. Прямо как будто я стройная, похудела на 20 килограмм. Стоимость их также 2000 рублей. А также у нас опять в продаже на повторе очень красивые туники в золотом цвете со стразами, с рюлексом. С очень красивым украшением на рукаве. Его можно тоже убирать и делать обычный рукав. Стоимость таких туничек 1800 рублей. Я напишу, какие есть размеры. Девочки, та же самая модель, только в цвете черном с серебристым рюлексом. Серебро. Смотрите, я сейчас рукав сделала полностью обычный длинный. А так его можно застегнуть, как до этого в предыдущей модели. Стоимость этой модели 1800 рублей. Размеры напишу, как всегда, на экране. Кофта, летучая мышь, рукавчик с золотым рюлексом, со стразами. Посмотрите, как она смотрится очень красиво. Она стройнит, она подойдет как на праздник, так и потом на повседневную жизнь. Я такую тоже ношу. Стоимость их 1800, размеры напишу на экране. Еще одна кофта в золотом цвете со стразами и с рюлексом. Немножко другой рисунок. И здесь есть манжет. Летучая мышка. Девочки, очень она красивая, яркая, блестящая.
на Новый год просто восхитительная. Стоимостью 1800 рублей. Новиночка. Кофта с рюлексом. Она на завязочке идет внизу, на поясе. Светлана ее просто подогнула. Ее можно и так раскрыто носить по-разному. Стоимость ее 1500 рублей. И девочки, очень хороший у них состав. Там 70% хлопка. Но я напишу на экране. 1500 рублей. Это же самая модель. 70% хлопок. Вот здесь состав. Девочки, они с рюлексом. Вблизи видно, немножко рюлекс есть. Смотрите, как подойдет она классно для повседневной жизни после праздника. Стоимость всего 1500 рублей. Это же модель в цвете пудра. Посмотрите, она прекрасно сидит как на Светлане, на маленьком размере, так оно в едином размере. Девочки, с рюлексом подойдет и после праздника. 1500 рублей. Дорогие друзья, мы опять привезли такие кофточки с этим рисунком, с булавочкой. Мне ее все спрашивают. И здесь они с рюлексом. Смотрите, какая она и нарядная, и на повседневную жизнь. Длинный рукавчик. Очень она мягкая, удобная. Приятная к телу. Стоимость их 1500 рублей. Девочки, опять я вам показываю. На размер 58, 60, 62. Девчата, и на 56 очень тоже она хорошо подойдет. Написано на экране с 56 по 62. Темно-зелененькая, такая же модель. И темно-синяя, тоже все такой же размер. Они очень стройнят. Девчата, те, кто моего размера, вы посмотрите, как она стройнит. 1500 рублей. Девочки, а также цвета. Темная пудра, она даже немножко со сливовым каким-то оттеночком. И с коричневым. Да, ну, вы поняли, да, какой цвет? И светлая пудра. Угу. Тоже такие же размеры. Размеры на экране. Очень она мягкая, стоит 1500 рублей. Дорогие девочки, мы опять привезли на повторе очень классные кофты с рюлексами, со стразом. Они так девочкам понравились, и они в ограниченном количестве. Вот остался такой оттеночек. Слегка зеленоватый, такая еле-еле слабая зелень. Очень красивые. И сейчас еще один цвет покажем. И цвет пудра, всеми понравившийся, который сколько мы не привозим, в первую очередь все спрашивают пудра. Вот, в этот раз тоже есть пудра, девочки, в ограниченных количествах. Стоит 1800 эти две модельки. Дорогие друзья, а также мы привезли новиночку, которая подойдет потом и на повседневную жизнь. Такие свитерочки классные с рюлексом. Стоимость их 1500. И есть цвет, вот светлая пудра и потемнее темная пудра. Девочки, количество их ограничено. Не потом не обижайтесь, пожалуйста, что вам на вас не хватило. Так что заказывайте по этому номеру телефона. Мы будем ждать ваши заявочки. Дорогие девочки, как осуществляется ваш заказ? Вначале вы пишете по этому номеру телефона в WhatsApp. Угу. В крайнем случае можете в Telegram написать. Мы с вами договариваемся, если вы умеете делать скриншотики, посылайте, мы договариваемся о размере, цвете, все в этом роде. Потом вы пишете ваш город, я считаю, пересылочку по Почте России, но мы в основном с почтой работаем, это дешевле всего. И общую сумму вы посылаете опять же по этому номеру телефона на карту Сбербанк. Потом мы в течение 2 дней посылаем посылку, потому что сейчас на почте творится жуткие вещи. И вам отправляем фотографию чека с почты. Да. И вам еще приходит уведомление тоже от самой почты. Где в течение вы можете, двух дней мы отсылаем. С треком, номером, и вы сможете отследить свою посылочку, где идет эта посылочка.